я уже сняла. Ладно, я надо как-то вот это откорректировать. Теперь снимаем вторую. Снимается очень просто одним движением руки. Да. Потом, видимо, нужно будет брови, конечно же, помыть. От Maybelline. Специальная краска такая интересная. Я думаю, что она написана, что будет держаться дня 3, в случае, если вы держали 2 часа ее. Ну, я держала ровно 2 часа, с 7 до 9, и надеюсь, что, конечно, не 2-3 дня она будет держаться, потому что это слишком долго и муторно. Вначале я даже, видите, брови очертила контур карандашом для глаз, чтобы не вылазить за границы, поэтому они кажутся такими огромными. Ну и внутри уже накрасила это специальной смесью. Ладно, потом посмотрим, как это будет выглядеть после того, как я их помою. Ну что ж, вот так вот стали выглядеть брови сразу после мытья. Да, появился небольшой цвет. Обычно они у меня такие прозрачные, их практически не видно. Но, конечно, стало лучше. Цвет естественный, брови стало видно. Посмотрим, сколько дней будет держаться по факту. Ладно, всем пока.